Так, музыку выключаю, иначе YouTube накажет. Всем привет, друзья. Ух, и холодно так. О, что-то случилось, кому-то плохо. Привет. Угу. Скорая помощь, дядя Вова на скорой помощи. Сейчас окажут помощь, все будет нормально. Так, холодно, говорю. Середина мая. Вчера вообще дубарь был. В свитере ходил. Ну и даже и сейчас он в теплой куртке. Поедем в Мэри. Кушать надо купить, собачка у нас. Без корма осталась. Сейчас заедем, возьмем и заберу камеру свою. Помните, отдавал Соньку? Экран там поворачиваешь, и он не работал. Так что сейчас корма возьмем. И заедем, заберем камеру. Уже отремонтировали. Пойдемте. Тридцать, да? Да. Слышишь, дай еще, ну, отпусти бабушку, это, попугайчику. Да. Нет, это, у тебя палочки. Как они? Мелисса или как? Чумиза. Чумиза, а я Мелисса. Чумиза, Мелисса. Ага, даю. Без дачи, Наташа. Ага. Все, возьми, пожалуйста. Спасибо. Не звонила папику? Сейчас позвоню. Сейчас он приедет, я у него спрошу. Ага, наберешь меня. Работает? Да. Сейчас, секунду. Не забрал камеру, сейчас возьму очки, что-то мне как бы мутно она снимает, ну сейчас посмотрим. Уже зрение не то, приходится очки надеть, ну так далеко хорошо, отлично вижу, а близко уже все, сейчас посмотрим. Сейчас глянем еще раз. Нет, отлично. Да, в глазах уже мутно. Не в камере. Вот если вам видно, не знаю. Отлично снимает, и все, экран уже крутишь. Все работает. Сейчас мы приблизим. Аскорбинка. Все работает. Запись пошла. Все, камера работает. Отлично. Еще раз перевернем. На себя посмотрю. Красиво. Вот. От солнца к солнцу. Так, на солнце немножко. Очень нормально она снимает. Все хорошо. Все отлично. Все замечательно. 400, да? Большое вам спасибо. Я просто не занимаюсь же имя, ну я просто как бы, ну вот если я мастер, как бы сложно разобраться, но просто я же ими не занимаюсь, я просто вам помочь решил. Все, большое спасибо, правда, спасибо. До свидания. Отлично. Вот такая камера, ее отремонтировали. Была проблема с экраном, когда открываешь, вот так открываешь экран, в таком положении он не работал. И немножко покрутить, вот так туда-сюда,
Он то начинал работать, то переставал работать. В общем, был переломан шлейф. И вот ремонтировали эту камеру, все отлично. Конечно, эта камера слабовата. Нет в ней стабилизации. Ну, на штатив поставить. Развернуть к себе вот таким образом экран. На штатив поставить, себя отлично видно. Вот даже начну снимать. Себя отлично видно. Вот с двух камер. Одна и вторая камера. Ну, в общем, снимает, работает. И хорошо. Немножко, конечно, трусится, потому что не штатива. И в руках держу, и стабилизации нет в ней. Так, ну все, сейчас забираю Александровну. И поедем еще в АТБ съездим, по магазинам прошвырнемся. Так что оставайтесь с нами. Да, и хочу сказать, друзья, 400 гривен стоил ремонт. И поясню, сколько это в рублях. Это примерно 1200 рублей. 1:3 гривна к рублю. Поэтому примерно ремонт обошелся 1200 рублей. Ну, это так, плюс-минус. Ну, камера хорошая. Это чистая Sony, так что мне абсолютно не жалко. Все отлично. Спасибо мастеру. Друзья, смотрите. Только приехал, и сразу почтальон принес письмо. Я знаю, от кого это письмо. Это письмо из Франции, от Эдели. И знаю, что в этом письме поздравление Светлану Александровну с днем рождения, которое было у нее 15 марта. Я знаю, что было отправлено это письмо еще в конце февраля. Сегодня середина мая. Эх, Укрпочта. Да, сейчас пойду отнесу Александровне. Но лучше поздно, чем никогда. Все правильно. Так, ну едем за Светланой. Она у тещи в селе сажала помидоры. Я не сажал. Я на работе, у нас частично скосували, то есть отменили карантин, разрешили нам открыться со всеми правилами, масочный режим и все остальное. Но это мы дотримуемся, придерживаемся. Так вот, я на работе, и меня пронесло от сажания помидор. Александровну сейчас поедем заберем и заедем с вами еще в АТБ. Сейчас до тещи. Теща меня покормит и сейчас пообедаю. Друзья, сегодня было 3000 подписчиков на канале. 3000, ну уже, конечно, больше. Класс, спасибо вам большое, что смотрите. Спасибо большое, что подписываетесь. Только непонятно мне, почему так лайков мало. Что, вам трудно? Поставьте лайк. Так, все, мы уже подъезжаем. Дорога здесь не совсем хорошая. Так, пойдемте посмотрим, чем теща будет зятя угощать на обед. Рекси где-то спрятался, наверное, у себя. Опа. Понимаю. Здравствуйте! Это я понимаю, кажется. Ну, пойду контролировать. Вовремя. За борщом приехал. А, борщ будет, да? Ну, отлично. Борщ зеленый. Зеленый борщ с молодым щавлем. Вот так. Так, пойду. Да. Что-то вы сажали? Покажите. А вот она. Вот это, да? Вот, да. Все, я понял. Вот это Александровна сегодня здесь спину гнула. Так. Ну все, уже засадили полностью огород или еще что-то? А мы если не будем пересевать морковку. Морковка плохо и бурячок. А что так? Замерзло? А кто его знает, семена может такие. Так, вон, там морковка посходила, тут не посходила. Вот. Ну, клубничка вон под солнцем. Вижу. Непалимая. А в теплице что? Пойди погляди. Пойду погляжу аж. Теплица рассада, помидоры, капуста, огурчики посажены. Вот так домашний свой огород, да? О, да тут вообще красотища. Отлично. Да, свой огород хорошо, но на нем надо спину гнуть. Не,
Конечно. И поливать. Если сухо, потому что ничего не вырастет. Без труда не вынешь. Да, без труда не вынешь. Что там, кролики растут наши? О, красавчик. Ого! Ну что, где-то фирма уже. Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Давай, спагани такие. О. Это главный отец. Это отец. Это отец, да? Отец, да. Отец семейства. Понятно. А это мать. А это мать? Это мать, он домик поставил, уже она это уже мостит эту. Уже будет вот-вот, да? Ну не вот-вот, а через вот. Хорошая. Тьфу-тьфу на нее. Тьфу на нее, да. Да, пускай, кажется. Так. Ну пойдемте, где там борщ? Мурка. Ах, и мурка здесь у нас тоже. Тёща, зять приехал. А где, вы тут будете, да? Да, это уже тут. Мы устали. Смотрел, что вы там посадили. Молодцы. Ага. Александровна. Присаживайтесь уже кушать. Да. Видно, что зятя ждали. Ага. Да? Большая. Все, я закажу. Все, садись. Присаживайся. Что там бабушка делает? Кися. Ма, ты что, целый чемодан там рвешь? Чешу. Бабушка рассаду рвет. Не снимай. А чё не снимать? Устала? Конечно, сколько посадила. Все, сейчас в АТБ заедем еще и пойдешь отдыхать, да? Побежу. Я понял. Масочку одеваем. У нас он уже, видишь, никто в масках не ходит, но в магазин нужно брать, потому что не пускают. И ноги дрожат. Устала, да? Конечно. Здравствуйте. Да давай понесу. Дезинфекция. Кого? Бери. Возьми полую бутылку. Дома компота наварим. Все, хорошо. А лимоны какой? 44 Что там, редис почем? Перчик. Буряк. Буряк Украина. Морковь Украина. Оно сразу видно, что наше местное. Да, видно сразу. Картопля 18. Картопля ведерна 34 гривны килограмм. Слышь? А не, 1,5 килограмма. 34,50.
Ужас. Это почем килограмм? Нифига себе. По 30 рублей. Да нет, чуть меньше. По 25 гривен килограмм. Курочка, румяна, булочка. Смакуем спеси. Смачно. Что берешь? Там ухо самое. Надо приправу сделать. Куркума. Все что? Куркума? Да. А что еще? Если для курицы что-нибудь. Бери. Покажи. Слышишь, кажется, это в сказке было. Помнишь, когда ни гречки, ни крупы. Да. Всего валом, да? Да, пожалуйста. Греча, что угодно. Специально людям, чтобы понервничали. Да. Так, напустили. Юра, вот это. Да, бери одну и еще одну. И вот такую какао возьму. А что тебе? Ну ладно, пусть хватит. Одна будет. Пусть. Людей не так много, да? Пойдем. Я сейчас это сорос возьму. Ну бери. Ладно. А тебе горчика надо? Да есть вроде. Сколько антисептика стоит, да? Угу. Да. Какой хочешь. Машу. Машу надо? Да, да. И тут 27-й, значит берем. Ну, 27-й, в принципе, нормально. Сегодня, да. Сегодня только какое? 14-й, да? Все, 4 штучки хватит. Хорошо. Бери, конечно. Да, были бы ваши деньги, все что угодно. Любой каприз за ваши деньги. Лосось даже есть. А что ты так тихо? Привет. Ох, и тебе маска блатная, слышь? Красивая такая. Под леопарда? Да. Александра на креветок захотела. Ничего себе. Да. Бери. Да. Давай. Пойдем. Бери быстрее. Ну давай, ложи. Когда будет базар, пускай подойдет. Нет, подайте номер телефона. Нет, ну это ж вам надо, не ему, ну правильно, он вам деньги отдал. Нет, конечно, я не кричу. Я не кричу, я прошу вас номер телефона. Здравствуйте, мужчина. Если у вас нет номера телефона, то извините, он не подойдет, он на работе. Пойдем сюда. А чьи это подпустили? О, вон пусто. А, уже занято, ладно. Вот мы уже вышли, искупились. Александра, дошли до автомобиля. Александра, ой, минералку забыла купить. Побежала. Но так бывает. Я обычно список беру, а сегодня так, без списка. Так, друзья, смотрите, что я приобрел. Сейчас я вам покажу. Об этом будет следующее видео.
Ну, видите, красота какая. Это, в общем, в следующем видео. Покажу, расскажу, зачем и что это. Вот так. Купила? Забыл? Окрошка будет? Опа-на. Ты что, окрошку будешь делать? Завтра. Завтра? Завтра. Друзья, скоро будет, значит, видео. Александра сделает изумительную окрошку. Это правда. Это, ну, это я сколько пробовал. Мы вообще любим окрошку. И все делают там, кто делает. Я везде пробовал. Александра делает самую вкусную. Делаем по разным рецептам, но этот нам больше всего нравится. Александра сделает, и мы это отснимем, как покажем вам обязательно. Так что подписывайтесь. Колокольчик нажимайте, чтобы не пропустить. И еще раз спасибо, что подписываетесь. Нас уже больше 3000. Класс. Все, пока. Пока. Самое главное, не болейте. До следующего видео. Пока. Поехали. Купим. Подпишись. Подпишись вот сюда. На вот этот.